мы уж тебя не будем беспокоить. Так уж и будет. Давай, потому что я купальник, и кажется, даже круг Лилин оставила в номере. Меня Маша увидела, и пока не жарко, мы побежали. А все остались. И Света, и Женя, они остались до обеда. Ну, как бы, в принципе, они там. Так что я Лилошку забыла взять, собственно говоря, я ее не видела. Вот, если что, звонит, переедет. Я, в принципе, за поездки, в принципе, я только за. Если надо договориться, то я сейчас могу позвонить, спросить. Но по денежке у меня лишних тоже не, ну, совсем не будет. Там всего там 5 и 3 у меня так остались. Надо еще тут подработать, попробовать. У меня тут еще 3 массажа должно быть. Непонятно, как организовать, но как бы так. В принципе, мне кажется, до 5-го тут времени совсем немного. Куда-то мотаться. Все, давай. Ну, по-моему, времени немного на море. Может, не мотаться, они сами могут съездить. Ладно, давай, чмоки, звони, когда удобно. Или приезжай, мы тут. Давай, поговорим, давай. Куда будет приезжать? Сейчас скажу, да, Аню попросили в храме. Тут сказали, что не надо переезжать, что будет номер. Сейчас сказали, что вообще, скорее всего, номера не будет.